Летом во время отдыха на природе люди часто теряют над собой контроль. Как результат, нарушение общественного порядка, утеря личных вещей, травмы. Чтобы обеспечить правопорядок, защитить имущество граждан, не допустить проявления экстремизма и терроризма, с мая по сентябрь на территории Одинцовского района проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт». В зоне ответственности Лесногородского отдела полиции пансионаты и дома отдыха и несколько точек, где в свободное время массово расслабляются местные жители и приезжие. Мы всегда, когда выходные дни, пятница, суббота, хороший выходной день, тепло, когда приближаем туда наряды патрулирования, и ППС, и Национальная гвардия нам помогает, это отдел неведомственной охраны, и ГАИ, и ДНД наша лесногородская. Пруд еще отличается тем, что с правой стороны обслуживает лесногородская администрация, а с левой – Жаворонская. А у нас ДНД есть и лесной городок, и Жаворонская. Помогают и те, и те. Без патрулирования там просто не обойтись. Патрулирование территории почти всегда происходит с участием представителей общественности. Нередко к сотрудникам правоохранительных органов присоединяются и члены общественного совета при межмуниципальном управлении МВД России «Одинцовская». Несмотря на то, что ведут себя полицейские максимально корректно, реакция отдыхающих не всегда бывает доброжелательной. При том, что в сохранении общественного порядка заинтересовано подавляющее большинство людей. Хотелось бы обратиться к жителям и гостям, к нашим дачникам, чтобы они с пониманием относились к сотрудникам полиции, которые сейчас также работают в этом направлении и проводят рейды соответствующие по охране общественного порядка, следят за тем, чтобы не распивали спиртные напитки. Каждый из нас, все мы заинтересованы в том, чтобы в местах отдыха был порядок, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Полиция и общественники призывают отдыхающих проявлять бдительность, следить за личными вещами, не злоупотреблять спиртным, приглядывать за детьми, особенно вблизи водоемов. Также желательно обращать внимание на нестандартно ведущих себя граждан и на оставленные в местах отдыха подозрительные предметы. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».